Реутовских автолюбителей утром ждал неприятный сюрприз. Припаркованные во дворах машины за ночь превратились в большие сугробы. Антон Бынин, например, высвобождал авто из снежного плена почти 10 минут. И это не единственная утренняя неприятность. Пришлось достаточно долго ее очищать. И вот сейчас я даже не знаю, ехать или не ехать, потому что, собственно, показывают, что большие пробки очень. Я боюсь, что я просто встану и никуда не успею. А вот сотрудников управляющих компаний снежная напасть не застала врасплох. К такому повороту событий они были готовы. С 7 утра принялись за работу и до вечера планируют расчистить все дворы. Этот мини-погрузчик – настоящий железный помощник для 40 дворников. Виртуозно маневрирует между припаркованными машинами. Таких у РЭО номер один Садовый – 2 единицы. В планах уборка 109 придомовых территорий. Мы ждали эту погоду в любом случае и готовились к ней максимально серьезно. Техника на данный момент у нас 2 мини-погрузчика «Мустанг» и 3 трактора со щеткой. 2 МТЗ-80 – это большие трактора, где достаточно большие находятся в проезжей части. И 1 трактор МТЗ-320, он предназначен для небольших маленьких дворов. На уборку улиц города вышла и тяжелая техника. Снежные сугробы расчищали тракторы с щетками и погрузчики с ковшами. Больше 40 машин. И так будет до окончания снегопада. Службы будут работать до тех пор, пока полностью не будет произведена уборка подведомственных их территорий. Также снег дальше будет складироваться и вывозиться на специально отведенные для этого места. Снег сегодня будет идти до самой ночи, коммунальщикам и дорожным службам придется попотеть. Зато завтра можно расслабиться. На пятницу синоптики обещают ясный день и отсутствие осадков. Анна Егоршина, Сергей Сомов для ТВ.